Here is the unique audio recording from the criminal proceedings materials where Mr. Stahlberg practically confesses to his crime. Доброе утро. Сегодня у меня 25 сентября 2006 года. Позвонила Динарина подруга и попросила меня встретиться. Разрешение от прокурора и судьи не получено на запись. Записывающее устройство выключать не намерен. Она очень-очень боится моего отца. Будет мой отец. Я говорю, Инара, если я к нему даже до сих пор не обратился, то ты, грубо говоря, моли Бога, потому что действительно этот пойдет через голову. Я буду прикладывать некоторые усилия, чтобы самые верхушки ей закрывали. Проблема 3 миллионов. Очень большие деньги. Она их потеряет. Закончится Русова, моих 3. Мне дико не хочется идти плохим путем. Рано или поздно то, что я тебе сказал, взорвется. Она уже закрыта. Будут снимать. Я не отступлю. Мне никогда больше нету шансов в жизни заработать таких денег. However, according to information from open sources, Stahlberg's father, Uldis Stahlberg, is the owner of a private security and detective agency that, according to the criminal proceedings materials, employed Criminal World representatives who participated in setting fire to Vladimir Vashkevich's car. Moreover, many politicians and even special services resorted to this agency.